У нас сегодня интересная тема. Мы будем играть геймпад против клавиатуры. Правда, у нас клавиатура на нетбуке. Вот, но человек он насквозь консольный, он играет в консольные игры очень долгое время, он насквозь оказуаленный. Вот. И в чем фишка? Вообще играю в RPG игры. Да. Я сыграю с ним на геймпаде, а он сыграет на клавиатуре. И мы посмотрим, кто победит вот в эту культовую игру. Квака. Это Quake 3, да, у нас стоит CPMA 1.4.6. Я поставил себе геймпад. Logitech, вот он. Это не тот, а тот. Да, это тот геймпад. Итак, ребята, мы настроили наши машины. Значит, здесь Razer Netbook, вот здесь нормально квач идет, достаточное количество FPS, можно не гнать, вот, и я тут геймпада, вот он, геймпад, я тут жму, все нормально, и сейчас мы запишем демочку, как мы играем на DM6, потом T4, потом ZTN, вот, и, собственно, решится вопрос, да, чувак? Я докажу, что клава круче геймпада. Да, вот, ну... Я как нуба с клавы порву его на геймпаде просто. Собственно, мы решаем вопрос в том, что круче. Experience или владение контроллером. Thank you.
Dear Chasey Lane, I wrote to explain I'm your biggest fan. I just wanted to ask, could I eat your ass right back as soon as you can? You ain't had mine. Dear Chasey Lane, I wrote to complain. You never wrote me back. How could I ever eat your ass when you treat your biggest fan like that? You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, Chasey, but you ain't had mine. Dear Chasey Lane, I wrote to constrain. This letter is my last. As your biggest fan, I must demand you let me eat your ass. You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, Chasey, but you ain't had mine.